17 ноября в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций состоялось масштабное мероприятие, приуроченное к 45-летию университетского телевидения и 10-летию телеканала «Универ ТВ». Открыла программу ток-шоу «Как превратить любительский студенческий контент в профессиональный медиапродукт». В качестве участников в студии присутствовали руководители медиа-центров институтов Казанского федерального университета. В ходе беседы гости рассказали о своих творческих проектах, поделились секретами и тонкостями рабочего процесса. Участники смогли пообщаться с заместителем исполнительного директора Международной ассоциации студенческого телевидения Сергеем Кощенчуком, а также с Дмитрием Тамкевичем, возглавляющим образовательный проект «Слово за нами» от Лиги студентов. Затем в шоуруме прошел мастер-класс «Язык тела. Я вижу, о чем вы думаете». Спикером выступил Айрат Гарифуллин, тренер по невербалике и профайлингу. Он рассказал о том, насколько важно знание языка тела. После мозгового штурма для участников программы выступила музыкальная группа «Живаго». Затем гости мероприятия смогли посетить мастер-класс Александра Костриченко, продюсера и директора проектов на телеканалах РЕН-ТВ, ТВ-3 и ЧЕ. Видел отклик и то, что в глазах у людей была заинтересованность. Тема была интересной, вот, и надеюсь, что они дальше самостоятельно уже посмотрят информацию, какое-то видео, может быть, посмотрят по невербалике, вот, и думаю, что какое-то зерно я заложил у них, что они, им будет это интересно изучить эту тему более подробно, более детально. Впечатления исключительно приятные. Я был удивлен даже количеству народа, которое пришло. Видно, что это интересно, видно, что ребята слушали, что им нравится. Им нравится то, на что они учатся, то, где они учатся. И у меня, конечно же, большие впечатления от того, какое оснащение есть у них, на чем они могут работать, какая техника современная. Самое, из того, что может быть самое лучшее, и у них горят глаза. Позднее заместитель руководителя Татмеди Эдуард Хайрулин в рамках своего мастер-класса посвятил гостей праздника в тонкости внутренней кухни видеохолдинга. Прекрасные девушки у вас работают, учатся. Надеюсь, все они дойдут до конца, станут журналистами, пополнят наши ряды, потому что умные и красивые нужны всегда. Судя по тому, что практически каждый задал вопрос, значит, что-то мы затронули, что-то мы разбудили, заинтересовали. Поэтому мне нравится, когда диалог. Я не на все вопросы могу ответить, но стараюсь. Мероприятие, посвященное дню рождения университетского телевидения Казанского университета, продолжится 18 ноября. Лекции, мастер-классы и творческие встречи будут проходить с 8:30 до 15:10. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Универньюз.